На базе Бирского лагеря «Юбилейный» прошел молодежный форум «Про регион. Культура мира». Так звучала тема этого года. Его участниками стали более 300 человек, в их числе около 10 искитимцев. Денис Харитонов впервые решился принять участие в форуме. Тема, которая поднималась в этом году, оказалась немного сложной. Культура мира. То, на что в привычной жизни, говорит парень, мало обращаешь внимания. Культура мира – это равенство между людьми. То есть нужно понимать, что есть человек, неважно, кто он, неважно, кем он является, это просто человек, и как бы все мы люди. Это о том, что как бы, ну, мы все равны перед законом и в обществе. Форум «Про регион» – самая крупная региональная площадка для общения. Она работает 5-й сезон. Каждый раз за основу берется актуальная тема. В этом году участники форума учились мирно разрешать конфликты, критически мыслить, собирать созидательные сообщества, а также развивать такие ценности, как культурное многообразие, гражданственность, уважение и партнерство. Допустим, там была такая ситуация, девочку не признавали в школе, и у нее родители также не поддерживали ее дома. Мы на эту ситуацию посмотрели на сцену, да, и зрители потом начали предлагать решение этого конфликта. И проигрывали уже они, эти зрители, которые предложили. Было достаточно интересно, когда в конце было все у этой девочки хорошо, семья была замечательная, подруги в школе изменили свое отношение к ней. Ну, то есть вот наглядно показывали, как можно нести вот эту культуру мира без конфликта. Порядка 10 искитимцев стали участниками регионального форума. Каждый смог выбрать направление для себя. Социальный театр, комиксы, музыкальная шкатулка, перформанс. Главная цель – выработать понимание о культуре мира и научиться продвигать ее через свою деятельность и проекты. Осознание какое-то? Ну, это, мне кажется, наверное, происходит у каждого человека, кто ездит на прорегион. Вот какой раз бы он бы не съездил, у него постоянно будет какой-то переворот мировоззрения, потому что каждый год новая тема, каждый год какие-то новые образовательные блоки. В этом вот году была культура мира, и, естественно, переворот осознания вообще, в принципе, по отношению друг к другу, как между людьми. Прорегион поддерживают на уровне правительства. В заключительный день с участниками форума встретились полпред президента Сергей Миняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и другие почетные гости. Каждый участник получил сертификат с подписью министра образования. А уже дома самым активным искитимцам вручили благодарственные письма от Министерства образования региона за личный вклад в развитие молодежной политики на территории области.